Продолжаю рассказывать об инструкциях процессора Intel, и сегодня расскажу о команде STD, ну или я буду говорить STD. Команда очень простая, поэтому видео будет кратким, и много времени у вас это не отнимет. Итак, STD. Инструкция STD устанавливает флаг направления DF. У этой команды нет операндов. После выполнения команды флаг DF устанавливается в единицу. Остальные флаги не изменяются. Больше, в общем-то, говорить об этой команде особо нечего. На всякий случай приведу пример. Давайте откроем окошки. В первую очередь нас интересуют, конечно же, флаги. И вот, смотрите. Флаг DF равен нулю. Выполняем команду, флаг DF устанавливается в единицу. Ну вот, в общем-то, и все. Скажу еще, почему STD. Это аббревиатура от SetDF. То есть, установить флаг DF. Что такое флаг DF? Это флаг направления, как я уже сказал. Он используется при работе со строками. Но работа со строками выходит за пределы рассказа о командах. Чуть-чуть, очень кратко я написал об этом в статье. Если хотите, почитайте. Но вообще в будущем, да, я возможно, да невозможно, я собираюсь показать несколько примеров работы со строками, но это в будущем. А на этом это очень короткое видео заканчивается. Не забывайте делиться с друзьями, подписывайтесь на канал. Пока!